О, ты меня там летел, нет? В чем дело? Что-то хотел? Громат, металлический прут уже готов? Да. Вот 70 оринов. Спасибо. Деньги пойдут на благие цели. Спасибо. В чем дело? Что? Когда ты вступил в орден? Давненько. Могу даже припомнить вторую войну с Нильфгардом. Мой отец был оружейником, и я тоже. Чем орден занимается в Изиме? Мы помогаем бороться с чумой, поддерживаем порядок и сражаемся с чудовищами, которых в последнее время расплодилось много. Много работы. Мы служим людям, защищая их, и несем свет вечно пылающей розы. Пока. Туда мы идем. Вон, Винтер, ты мне так раз не нужен. Как все прошло на складе после того, как я ушел? Быстро. Хорошо. Не будем к этому возвращаться. Признаюсь, я надеялся на большее. Ну что ж, на несколько бандитов меньше. Это был последний раз, когда ты так меня использовал. Я тебе не мститель какой-нибудь. У меня не было выбора, поверь мне. Это больше не повторится, даю тебе слово. Я так понял, ты хочешь продолжить расследование? У меня нет выбора. Официально я тебе ничем помочь не могу, но и мешать не буду. И с радостью выслушаю все, что ты раскопаешь. Я хочу поговорить с тобой про Саламандр. Не обещаю, что что-нибудь тебе скажу. Кто-то рассказал Саламандрам о моем контракте на Кокатрикса. И что ты думаешь? Наверное, профессор. После того, как вы его выпустили. У меня нет на тебя времени, ведьмак. Разговор окончен. Ты выпустил профессора из тюрьмы. За него внесли залог. Таков закон. Я понимаю. Закон для того, чтобы его исполнять. Что ты делаешь по ночам? Встречаешься со своим боссом Азаром Еведом? Ты что, головой ударился, ведьмак? Почему я не могу проводить ночи в купеческом квартале? Откуда у тебя на это деньги? Не нужно много денег, чтобы ночевать в купеческом квартале. Есть ведь еще и друзья. Богатые друзья. Доказательств у меня нет, так что я подожду принимать какое-либо решение. Гора родила мышь. Какое сложное расследование, какие потрясающие результаты. Вот что бывает, когда любители берутся за серьезную работу. Ну, по крайней мере, у тебя были благородные намерения. Если найдешь настоящие улики, приходи. Я дам тебе пару полезных советов. Доказательства. Какие еще доказательства ничего не понимают? Ну так что, будем рожи корчить или у тебя чертово дело? Thank you.
Сейчас к вечеру сходишь, да. Поспим, поменьте бабушку. Потом разберемся с этим. Пробуем его. А, денег нет, да. Рада тебя видеть. Нет, блин, не могу только выиграть. Хочу до встречи. Ого, несколько людей. Чем могу помочь? Я хочу продать значки. 10 аренов за штуку. Цена особая только для тебя. Договорились. 385 значков. Чем могу помочь? 100 оренов подсказывают мне, что ты можешь рассказать, кто платит за значки в виде саламандр. Отвали, я тебе ни слова не скажу. Чего? Отвали, я тебе ни слова не скажу. Похоже на помои. Как они только это пьют? Да и вообще, что это такое? Предполагаю, что это вино. Вино? Да эта бурда ему даже в троюрные братья не годится. Поверьте, уж я-то в алкоголе разбираюсь. И что же это тогда? Разбавленная собачья моча, продаваемая под видом вина в таких же вот гадюшниках. Поэтому я редко сюда хожу. А куда же вы ходите? Мне казалось, это единственная таверна в округе. Я живу в купеческом квартале, но там закрыли все таверны. Не желаешь немного подзаработать? Ты упоминал какое-то поручение. Что конкретно ты имеешь в виду? Я бы хотел выпить хорошего вина. Я даже знаю, где его найти, но чтобы добраться до него, нужен меч. Тебе нужен воин, чтобы добыть выпивку? Понимаю, звучит странно, но я знаю место, где лежит вино столетней выдержки из Тусента. И в чем загвоздка? Винный погреб находится в доме, где в свое время кто-то убил целую семью. Говорят, там водится нечисть. Это будет стоить тебе 200 оренов. Да сколько угодно. Но я здесь инкогнито, так что днем меня искать не надо. Я вернусь сюда в полночь. И где находится этот дом? Если войти в храмовый квартал со стороны дамбы, то возле первого перекрестка слева будет дом. Как раз напротив спуска к каналу. Не заблудишься. Да? Прощай.
Да я где мясо хранила? Где мясо хранила? 140. Это как раз до разговора с ним или после? Свиток содержит формулу эликсира из обсидианного сердца голема. Того, кто выпьет эликсир, поясит мозг. Пасть совершенствования интеллекта.
что, еды там нет нормально, да? Ты ничего нового не узнал, друг. За два! Очень смешно! Ну, не хочешь попасть, ты предлагал. Я там что-нибудь домой все-таки.